рядом с нами стоит символ чемпионата мира – волк Забивака. Мы попали только на финальную часть турнира, а вот волк, ну, на самом деле, ее зовут Роза Манова, стояла у истоков создания этого турнира. Расскажите, как все начиналось и как все закончилось. Ну, первоначально, в преддверии праздника чемпионата мира, который будет проходить в России, и все россияне любят футбол, и дети наши тоже любят футбол. Мы провели свой чемпионат мира в своем садике. Каждая группа представляла команду. Финальный матч открылся парадом участников. Команды шли под флагами стран-участниц чемпионата мира, а потом собрали из них символ турнира. Следующая команда Мексики. Ваш девиз. Чтобы попасть на матч, паспорта болельщика иметь не нужно. Главное быть родителем одного из детей. Они участвовали в различных конкурсах и эстафетах. Пробивали пенальти, набивали мяч. А малыши в это время делились, кто у них любимый футболист и за кого будут болеть. Я Рональдо. Сейчас начнется. А почему? У меня Англия. За кого будешь болеть на чемпионате мира? Ну и вот, к концу подошла развязка всего турнира. Стадион садика «Ладушки». Несколько сот зрителей на поле. Россия-Англия. Финал чемпионата мира по футболу. Первыми счет открыли родоначальники футбола, но российская девятка со штрафного вогнал мяч в ворота и сравнял счет. И вот интрига. Основное время победителей не выявило, а в серии пенальти точнее оказались англичане. Праздник футбола удался, победители получили призы и медали, а взрослые хотели, чтобы матч оказался пророческим в плане того, чтобы сборная России добралась до финала. Александр Комаров, Евгений Лозаев, новости НТР.